года два у меня будет без ВБДК, но я буду играть только в ДДСпеке, походу. Будет спрашивать, что там челан будет, нет? Ну, это самое. Ой, блядь, это же этот ёбнутый босс, него ж трансмут башка. Так, хип-лоу, паркируйся, Долоран, или куда-нибудь. Или выйди с инста, не знаю. Просто выбеги с инста напрямую. Постой там, возле дверей, чтобы камень не кадешит. Ставьте шкаф. Где там Вилли? Какой жирный медведь. Кого-то из семьи напоминает. Меня. Ты Варшок, рядовой шутник у нас, блядь. Смотрите на морду медведя просто. Блин, у медведя глаза нарисованные, мужики. Какие там глаза, где? Нихуя себе. Нет, да не как будто фломастером нарисованную, лол, бля. Это просто состояние берсерка. Где наш паладин? Куда он убежал? Не знаю. За сиями. Какие еще сиги были? Сколько это? Минуту он писал? Расчистить. 5 минут. Отлично, он тут. Виби, смотри, твой будет треугольник. Паладин, будешь кидать страх по кресту. Челан, будешь... будешь как-то ромбик держать. Не знаю. А челан, где себя? Он еще не в Дискорде? Да, он там может кинуть, просто тут Bloody Unholic творят чудеса. Опять с червями, что ли? И с червями, и с Т4, все будет шикарно. Вы угораете, что ли? Сейчас все будет вообще шикарно. О, удачи. Я не знаю, контрольте там, я буду босса отводить дальше и, блядь. Будет, ты держишь вот этих двоих, смотри. Того белого, да, дурака? 4К тулит, по-моему, если не ошибаюсь. Кто какой? А, крест и череп, да? Да, крест и череп, то есть будешь держать и череп. Нахуй мне потом целеп трёпка, мне похуй вообще. Что там, когда что начнем? Контрольщики. Чего это? Ладно, Сос, что ты не хочешь? А, бафы нужны еще. Вон рыбка, есть бафы. Нету двух других крестовских бафов. Прист, бафни, пожалуйста, рейд. Паладин подры... Ага, есть, кинули. Вроде все есть. Это ромбик? Да, пробуй ты ромбик будешь. Кто ромбик? Челан. Челан ромбик будет. Без метки кто контролит? Повесил луну. Паладин, постоянно будешь обновлять страх. По нежити вроде же страх проходит, если я не ошибаюсь. Все, давайте, поехали. Вроде все тут. Контрольте. А
Обновляй луну, страх. Трусы тоже. Сдалина способность забрал. Трусы реконтрол. Гера нету херово, конечно. Свой да забрал. Так, это залупа какая-то хилы. Варшок, начинаем давление кидать перед залпом. Похуй, что ТДЦ не справляется, будет здесь. Особое внимание на ром. Вот это говно в Верхинте. Севинар, смотрим лужа, когда появляется под боссом, отходим. Лужу ДК не кидаем. Ну, она как нашла на этом поясе. Приготовьтесь. Лужа убьет за 10 секунд. Реконтроль луну. Выходим. А, не, не выходим. Реконтроль луну. ДК зеленки прожимаем, чтобы вас не хилили. Реконтрол луну. Так, с паладина забрал. Смотрите, лужу босс будет кидать. Паладин не кидаешь. Приготовьтесь. Отбежали. Отведи чуть-чуть от этого. Он еще может лужу кинуть. Приготовились. На пол смотрим. Еще сейчас кинет. Только останов. Нет. Следующего забираю. Хильте на фул, сильнее. Контрол. Сука, сильнее, говорю. Вы что нахуй? Ёбаный рот. Далин, поднимай чего на. ИБСС есть? Вот это говно. Баршок на ХП есть у тебя? Уже отдавал. Хуёво. Обновление кидаем, блядь, я же тебе говорил. Перед залпом. Отведи бомбика чуть-чуть. Реконтрол луну. Хуй знает, сейчас должны захилить его залпом и убьём. Захиливать. ДК зелёнки свои прожали.
все прожимки даете, у кого что есть. Да, успокойся. Все, добивай. Реконтрол только не забываем. Кто? Хули я маленький? Че я, сука, маленький такой, блядь? Молодцы. Чулан, ты заценил? Моего войска не было вообще. Кого войска? Че, кто, где? Меня больше взбесило, что я сдох под дубовой кожей и кровью земли. Ну, я по крайней мере... Я, по крайней мере, твой контроль не сбивал. Я вообще ударом плети не бил. Я близко стоял на все эти случаи. Только на Starfall уходил в жопу мира, и все. Я бы сказала, что вообще не било, и червяков не было, но по рекаунту все видно. Давай пока трэш зальем. Ну, там могли еще эти демоновские пэты еще сбивать. Так, вдруг, внезапно такой поехали, ну... Сейчас приз, подожди. Риби, я не говорю, что точно, я сказал, может быть. Я не утверждал. Чувак, ты далеко не уходи, мы с пистом посмотрим, что по ДПСу будет. Чувак, как играет. Я далеко не уходи, самонете, лок есть. Да-да-да, мы имеем в виду АФК, далеко не уходи. Я буду траву фармить, если вы лут смените. Да, конечно. Кто у меня пати для дали? Для того, чтобы ты был, мы... Лут стоит. Всё. Я думаю, почему я трошишку не могу забрать? Что такое? Пишет неразыгранное. А, понятно. Угу. Слышишь, у тебя там на сопротике есть что-то делать? В смысле, а я сейчас что пытался фармить? А ты на сопроты, да, фармишь? Отлично. А все фармлю, только себе. Блин, для гильды сделай. Для гильды я нафармил 3360 языков фаспида. Дальше сами. А ты сам или ботом летаешь? Сам летаю. Делайте там быстроты, сколько вам влезет на эти 3360. Я понял. Сопроты кто-то другой, спасибо, все, хватит. Я нафармил, сегодня заходил этот, как его? Который. Меня, говорит, попросили зайти на Midway, забрать фласки от поставщика. Я, говорит, захожу на почту, а там, говорит, вообще жопа, говорит. Чулан засрал все травой, говорит, не взять ничего, почту не открыть. Он все в банк сложил, на Твинков отправил. Это, а ты не в курсе, сколько это в эквиваленте голды будет? 3000 вот этого аспида? Очень до хера. Если продать его просто, это будет не так дорого, если продать, перекрутив в банке. Ну, вот смотри, стак аспида сколько стоит? 50? Не знаю, я сейчас добегу, посмотрю. 50 или 60, наверное, да? Вы же тогда базарили, не помните, обсуждали ГБ и всякую срань неделю назад с Мидвеем, помните, после рейда? Да, было дело. Ну вот, я и сказал, что у вас будет аспид, аж хоть жопой жу. Я ему 1к отправил, сказал, это пиздец как мало. Я ему 3500 почти нафармил. Ну, не знаю. Мне кажется, надо посчитать сумму. И поблагодарить человека. Надо перекопал еще низину шазала. А нет, там... Надо знать, просто надо знать, как все это делается, как работает трава на этом саном. Ну вот 4 недели подряд тебе можно по 500 ТП кидать, вот тебе эту неделю 500 ТП. Так, стак стоит 128 голды. Сейчас скажу, сколько это в обле. Вот. Надо будет тебя внести в списки. Это 23 тысячи голды. 23 тысячи за 3 тысячи аспида?
Просто продать траву, да. Еба. Так это можно тебе... Просто жесткать. Это два месяца... Войт, это... Войт, это говно деньги. Я на... И в топовых фласках на миликов поднимаю намного больше. Я в день полтинник набирал на этом говне. На сапротах и на милике флаской. В день. Ты крутой чувак. Это был один раз, и это покупали. Сейчас понимаешь? Ну, было РТ, и все скупили нахрен. Сейчас минутку отойду. Так, смотрите. У босса 5 фаз. Первая фаза это вот этот Зул'джин, как он стоит в этом облике. То есть его будут танчить примерно вот где я сейчас прыгаю. Воид его сюда поставят. У него будет способность. Это он крутится, от его крутилки надо миликом будет отходить, и он кидает дротик на рандомного человека, которого надо будет сразу прохилить на фулл хп. То есть Варшок и Далин, возьмите босса в цель, и когда он меняет цель с Войда на другую, вы должны этого человека будете моментально прохилить. По первой фазе все. Вторая фаза, он превращается в медведя, так же самое его здесь танчат. Все подходят под жопу босса, то есть вот сюда в квадратик. И Варшок, ты будешь давать масс диспел. Это он кидает стан по всему рейду. Вот это. А по мне он его не даст? Он... Ну он по всем дает. Ты даешь просто, все становятся под жопу босса и даешь сюда масс диспел. Ты даже хилить не будешь. Там особо танка не счет, Далин прохилит. Вторая фаза, это получается, вы восстанавливаете ману. То есть там особо танка не счет. Ну смотри, на мишке вот вы стоите здесь, а мне типа отбежать можно, да? Нет, нет, все стоят здесь. И ты, все абсолютно под жопой стоят. Вот просто он кастанул, ты диспел массовый дал. Стой, стой, прошло кто там дал, сколько? Кто дал, кто? Варшок. Нет, Варшок это хил, он же должен хилить. Ну, пускай шипы. Тебя дает. Далин будет сам хилить. А, там зачем? ШП будет терять ДПС. А там только мишку бьет и все, да? Да, да, вторая фаза только мишку бьет. И это легко прохилится в одного хила. Ну, получается, вторая фаза это как бы когда хилы восстанавливают ману. Когда у босса на второй фазе остается 62%, все уходим вот сюда. Смотрите, где луна, забиваемся вот так в угол. Убираем пэтов, убираем все, что есть. Вот так прям бежим в угол. То есть не вот сюда. Не вот сюда, а надо вот в угол вот так вот бежать, прятаться. Это третья фаза, босс превращается в птицу. С этой птицы выскакивают такие вихри. То есть они полетят, 4 вихря полетят к нам сюда. Они об нас ударятся и отлетят на Войда. Войд их цепляет и бежит вот так на себя. И бежит по кругу, они за ним гоняются. Подсказка для хилов. Смотрите, когда вот это говно, 4 вихря летят в луну и весь рейд там стоит. Здесь все почти могут выжить. Значит, ШП, Тучка, Виби. Вот Виби и Рогу вам обязательно хилы заходят. То есть обновление, фулл ходки от друида, пол паладина из бабла, у ДКшников есть незыблемость и панцирь. И все это говно прожимаете. Кто там еще? Варшок на себя зубы. А Далин на себя дубовую кожу себя тоже обходит. То есть, по сути, тебе за фул заходить надо вот эти цели. Ну и буйный рост перед, прям перед самым, вот как они вот так вот летят, да, и вот прям вот почти долетели, и буйный рост сразу даешь, бам, бацнули, и у вас захил хороший будет, и вы не сдохнете. Кольцо света можешь поспамить на свою пати, кстати. Смотрите, не забывайте про это. Каждый ваш каст, это вам входит где-то по 5000, по 6000 молний. То есть у кого-то в рейде падает хп, вы начинаете его хилить. 3 раза кастанули хилку, все, вас, грубо говоря, убивает. Ну, то есть не убивает, оставляет вам мало хп. На 4-й каст вы хилите себя, и вас убивает. Получается, даете 2 каста, каст по себе, как хилу. 2 каста в рейд, каст по себе. На этой фазе можем все потом, когда в вихре возьмутся друидом. У меня нету сопротов. Сейчас будем что-то делать. Я, наверное, портанусь в Долорана. У меня есть 1 банка сопротов. Да, но 1 тут не сыграет роли. Тут у многих людей нет сопротов.
На третьей фазе, смотрите, когда Войд берет все вихри на себя, мы все становимся сюда, в центр босса, и начинаем его бить. РДДшники, вы не сильно, ну, бустите не сильно, потому что с каждым вашим кастом вас будет пробивать по 5000. По третьей фазе все. Потом идет четвертая фаза, это рысь. Войд так же само будет танчить здесь в квадрате рысь. Так, особенности рысь. Войд вводит. В кошака и вводит. Или там в оленя, в кого он превращается. В кошака. Смотрите, четвертая фаза это будет рысь. То есть особенности у рыси. Там надо хилам просто потеть. Нереально. Вы должны будете захиливать рейд просто как боги. Так что варшок. Варшок дач. Кидаешь там просто. Те, у кого ХП просаживается, сразу щиты кидаешь и по козявке на каждого. Короче, я круто все поставил там пати. Когда вихри будут вас лететь, я буду кастовать спокойствие и захилиться будет лок и рога, но все равно вход и далее. Ну что, давайте пробовать что ли? И теперь смотрите, нет, давай пятую фазу. Пятая фаза самая тяжелая. То есть босс превращается, как мы убивали Джаналая, птица такая, которая бомбочки с себя высирала. Получается, он так же само просто дышит в разные стороны, проносит, ну там наносит где-то 20 плюс тысяч дамага, но это все прохилится. Особенности босса, перед лицом не стоим, то есть он его будет, например, водить вот так вот, да, вот я вот вам показываю. Или может в другую сторону, как Войд захочет. Перед лицом не стоим. Каждый раз, когда он ведет босса, передвигайтесь так, чтобы перед лицом не стоять. Это первое. Второе, это будет столб огня кастоваться. Смотрите, так же само, босс меняет цель буквально на одну секунду. Это значит, ну, на кого поменял он цель, на того человека кидается столб огня. Вы должны будете вот моментально, смотрите за мной, вот так вот отпрыгнуть, убежать, что хотите, то и делайте. Просто моментально, на расстоянии где-то 6-8 метров от этого огня. Если вы не убегаете, вас просто шотает. Все. Проще, чтобы понять, метров 10, чтобы наверняка было. Это два прыжка. Да, 10 метров наверняка, и все, и тогда не умрете. Все будет отлично, и Зул'джин ляжет. Сейчас я давай, Виби, поставь шкафчик, я партаную за саппротами, потому что саппротов нет. Потом с ГБ деньги возьму. С мои купит. Я только что выставил, потому что... Сука, надо же тыкнуть. Вы чё? Да, без Гера будем потеть. Да что там потеть? Ну там дебаф просто вешается. На 10% больше от огня. Короче, на 20-30. У меня привстает на мою мишку. У меня тут хардкап мастерства просто 56. А мишки зачем? Ну, ТПС повышается. У агро в секунду повышается. Я медведи думаю, все равно страшные внешние, это ничего не изменит. Медведи топ. Они страшные. Медведи топ. Да ладно еще медведи, но он вот нага. Наги вот красивые. Вот на показ. Чулан, ну я у тебя покупаю. Смотри, какой красивый. Опа, опа, на 100 сопротивления нашелся покупатель. 263 надо, у меня сейчас перекап из-за перчаток. У меня были Т10, я одел Т4 и штаны вместо Т4 Т10 одел, потому что на них, сука, мастерство, ебать. Да ты охуел совсем. И на башке Т4 ебаное мастерство. Блять. Тут
тупо хардкап. У меня было два камня на мастерство в перчатках и в плечах я поставил. Да, короче, Брюли приделала с мастерства на стабильную, на серме 33 мастерства вместо Луне, обмен, там, давайте. Я охуеваю. Кому сопрот? За сопротом обмен Луне. У меня 14 минут один есть и еще один живет. Надеюсь, мы тут не будем долго. Я тоже надеюсь. Сегодня люди понимающие. Через 10 минут рул маги Гер, а... Ну, если что, чуть задержимся. Еще сопроты получаем. Кому надо. Блять, хоть ровно или баб? Есть. Давайте чек на готовность. Все готовы, будет, поехали. Отходим мимо. Мимо. Отходим, не получаем урон от вепря. Один процент сейчас перефаза будет. Забирай. Все под босса, под жопу. Диспел. Второй давай. Все, от тебя только диспел. Может тут не хилит, Дален сам справится. Восстанавливайте ману потихоньку, хилы. Диспел. Давай, диспель со стороны. Чё там, народ? Как ваш голова мамы? ДК, что у тебя с ДПСом за хуйня? 61% все в угол, РДД добьют. Бать. Пэтов убираем. Быстрее в угол. Бегом, бегом.
Подождите, не хильте пока мест. Захиливаем. Вот, взял. Угу. Хуярьте. Только сейчас я пробегу. Осторожно, блядь, от вихря отошли, стойте, сука. Стойте, 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 отошли. Хуярьте быстрее. ДПС. Поехали, босс, объем. Сильно не бурстим. ДПС говно, блядь. ФДК пиздец. 5к ДПС. Да, вначале заэвэрил. Ты смотри, у меня он 7к, так же само. Да. Да у всех миликов его по ДПСу за это. Да я хуй знает, но нагоняйте. Близко к ступенькам стал, потому что. Ну, прошлых боссах он вроде как везде первый по ДПСу был. Ну, пускай мы нагоняем, блядь. Че там процентаж? 46. Зря мы. Готовься ловить. Забирай. Все в центр. Бью бомжа сейчас. Захил рейда. Все в центр. Сейчас я дам. Лови. Перед лицом не стоим. Сопроты все, я надеюсь, пропили. Далин Бэра пала. Уба, быстрее, быстрее, захил его. Столб, смотрите, рейндж милики между собой. На Эвинар. На Войде, отходим, отходим. По ведущей вдоль стенки. К центру прижмитесь, сзади, где столбы, сзади босс. Отходим, милики, отходим. Где он? В середине был. Ну, приз, я же сказал.
убери свою рогу. Пробуй. Захильте его. Тут захильте. Пробуй добавить. 40 секунд. Хильте меня. Тридцать секунд, лям. Бей. Выйди, стоп. Сильнее ДПС. Сильнее, блядь, захиль. Густы отдавай. 700 тысяч, давайте сильнее. Вид ДСС есть? Ладно, набивай. Прожмись. Блядь. Как так-то, блядь? Как так-то, блядь? Короче, потому что умерли. Как так? Вот умерли. И ошибка была. Залупа, блядь. Просто резайтесь. Резаемся, бежим сюда. Вот, сильно... Короче, весь буст, понял, мы просрали. Сильно близко к лестнице да, поставил. Я рывок сделал, видать, он там забавился в ступеньках. Ну, у меня получается полностью моя ротация да, нарушилась. Конечно. Так же, как у всех. Три не повключались, т.д. т.п. Пускай вот, видишь, но я не тупая, я не пристанула, но у меня, походу, минус три не были. Пускай, когда босс бежит ко мне, бьет только рога с напулом. Я просто его пониже спущу на ровную поверхность. Да никто пусть не бьет, то его вниз спусти, да и все. Там одна секунда роли не сыграет. Все фазы нормально проходим. Не знаю, как там. Пятая фаза, вы поняли? Надо убегать просто вовремя и все. Пятая фаза, вот это говно просто, что вы сдохли. Вы бы сейчас просто убили босса с первого трая. То, что вы не отбежали, это хуёво очень. Повнимательнее к этой фазе и все. Блин, был бы Шама, просто изи бы заливали. Ну, почему мы, походу, сейчас первого трая убили? Варшок, сопрот, 2 минуты. Еще есть? Да. Чередуй поосторожнее, чередуй эту, не давай. Или давай ее только после столба сразу, или хуй знает, сам думаю. Получается идет 3 столба, смотри, идет 3 столба, потом секунд, наверное, 15, нету никакого каста 20. То есть можешь тогда череду давать. Был бы еще тайминг столба вот этот ДБМ четкий, прям что типа в секунду в секунду, вот тогда было бы вообще легко. Ну, ты видишь, как написали люди, так и есть. То есть это ж писали люди сами это. Мне кажется, ДБМ. Если посмотреть видео, может, можно выявить какую-то закономерность. Мне кажется, раз в секунду 7 где-то он появляется. Давайте бафаем меньше слов. Ауру конского ДПСа умирай, убирай на это, на огонь, наверное, ставь. Ханта нету. Ну вы про прожимки помните, да? Как да, да, прожимки все помнят. Рыбку. Рыбу поставил, кушаем. Главное, на первой фазе еще милики отбегайте. Чтобы хилы на вас не отвлекались. Да, пока просто, чтобы поменьше физухи приходило дротиком. Да, поставь пока прото. Паладин, пока мисс прото поставь, потом на пятой фазе ауру сменишь. Ну чё, все вроде готовы? Варшок. Отлично, поехали. Спускай вниз, тогда мы бьем. Мимо.
Дон пидор. Готовься забирать. Забирай. Все под жопу. Забра. Будет. Это я хули. Перефазу на пулы оставляем. Так я дал сразу. Один процент всех. Быстрее. Это убираем. Хилил как мог. Обрадуй. На мне? Сейчас проходят сразу все в центр. Бьем босса. Не сдохни, Вершок. Накните там, пожалуйста, когда перефаза будет на рысь. Я на пол. Да. На рысь надо будет догнать.
принципе, 2 РДД всего лишь. Бейте сильнее, ё-моё. Два в центр. Один в центр. Пол в центр. На пол давай. Забирай. Все под босса. Да я бомжей. Следующий ДК бомжей. Захил, захил, захил. Варшок, подойди к нам, чтоб к тебе не прыгал босс. Даю бомжей. Аккуратно, не сорвите. Не переказ. Один процент. 1% на пол готов. Отдал. Бата. Стопни. Все, забрал. Бьем. Приготовьте. Стойте в разных точках мирки. Далее. Воет, воет, отходи. Обходите все. Я думаю, что это за голову? Варшок. Блядь, нет. Далин БР. Долго был. Пал лёг. Бьём. Забыл захилить его главу. Пробуйте его убить. Приезд. Добиваем. Все прожимки свои даем. Пал, отходим милики. Отлично. Лут отдаем микстурке. Зонберсерка. Раз, два, три, четыре. Ачивку получил. Отлично. Почему я, блядь, не варом, да? Хорошая. Резница.
крови ничего не падает. Это беспонтовый квест, даже денег нет. Так, давайте разрол. А что с этой крови падает? А только что ж сказали, и ничего. 10 голды. Ну, ДПС реально вообще впритык было из-за этих падений. О, тут вот сюда, накинь. Сюда. Накинь. Принесу. За это, за то, что без шамана. Похвалу какую-то рейду. Соблюдение тактики было шикарное. А, ты не был на боссе. Виби, давай обмен. На, будешь таскать. Зов ролем. Блять, где ролл, алло? Я говорил сразу, тринки за ГП. Берешь, Эвенар? Я нов. А ЕП ты за подмену было уже? Сейчас, подожди, разберемся. Ты сейчас целый данж шла в ДД. Угу. Ты поняла, да? Да, сейчас. Да, беру. Ну хули, это же не 500 ГП за латные тапки, нахули пало не нужно. Которых нету в гильдии, блядь. Потому что бабы пидрасы. Этот флиант, который на хила, он вообще... С ним бегает кто-нибудь? Нет. Сережка на танка, кто хочет. Беспонтовая. Не, ну я бы тоже, конечно, его взял, но... Тут заслуженно. Кого? Зов. Как в приоритете все равно вебинар. Это получается, я знаю, как... я же говорю, заслуженно. Это как этот самый, как оно называется-то? Чешуя с этого, но... А что, на чешуе нет уклонения, там просто броня, да? И вот такой же прок. 35% вот это все же. Ну, беспонтовая среда. Вот, короче, броня повышается, там уклонение. Чешуя дает броню изначально. А на процентах у чешуи стоит ХП. Ну тут, короче, наоборот. Ладно, всем спасибо. Войд, будешь собирать героя, нет? Ну да, но тебе придется помогать, потому что мне уже чего. Без уже проблем, придется. Я помогу, только я пойду шаманом, на остальных у меня КД. Да, ну конечно. Так, и ну... ЕП не шаману тогда, а на ДНМ, а на микстурку. Ну там на кого надо кинем. Ну я пока пойду в холипалом, если найдете, я, наверное, рогов пойду.